Кто хотел приобрести геймпас в своей любимой игре, но по какой-то причине у тебя все еще нету робокса? Тогда тебе на RBX App. На этом сайте самый выгодный курс. А именно за 1 рубль вы получаете 1,5 робокса. Моментальная доставка робоксов, огромное количество отзывов от настоящих клиентов, а также дискорд серии с ежедневными розыгрышами на крутые призы. Ссылка на сайт, дискорд серии и группы ВК будет в описании. В этом видео я буду трейдить фрукты в Bloxfruits на протяжении 24 часов. У меня есть дофигища фруктов, и всего я совершу 15 трейдов, что равняется 24 часам, потому что мы можем делать только 5 трейдов раз в 8 часов. Ну и да, пока мы не начали, пожалуйста, подпишись на мой канал, ведь на 140 тысяч подписчиков я снова разыграю робоксы. Ну что же, ребят, давайте начинать трейдиться, и первые 5 трейдов, которые я хотел бы совершить, я бы хотел затрейдить все свои 4 шаду на 4 будды, потому что прямо сейчас у меня есть 8 слотов для инвентаря, и у меня как бы есть 4 будды и 4 шаду. Я думаю, что в принципе мы можем попытаться затрейдить 4 шаду на 4 будды. Потому что, как я понимаю, все-таки шаду ценится меньше, чем будды. На своем дискорд сервере Winters Family, ссылка на него будет, если что, в описании, я написал вот такое сообщение: трейджу шаду на будду. И давайте посмотрим, возможно, кто-то мне отпишет. Так, вижу, до хрена людей мне уже написали, и давайте всем им я скину ссылку на приватку. Опа, два пацанчика зашли, и Занаги, и Даксенда. Здорово, братанчики, давайте прямо сейчас я с ними сяду, и мы сделаем наши первые 2 трейда. Окей, я предлагаю ему шаду. Давай, братанчик, шаду я тебе предлагаю, и он должен мне дать буду плюс еще какую-то добавку, потому что да, вот магма, все, отлично, ребят, первый трейд мы сейчас совершаем, и нам нужно взять первые 5 трейдов, после этого я буду делать небольшой перерыв 8 часов и буду делать следующий, так, и найс, все, первую буду мы получили, окей, давайте следующий чувак, у него никнейм Изанаги, давай, братан, я тоже тебе даю шаду, я сейчас всех своих шаду просто потрачу, у них 4 штуки было, если не ошибаюсь, мне их даже подписчики некоторые давали, ну и сейчас мы, собственно, их потратим, так, давай, второго шаду я сливаю на буду. Опа, все, второй трейд выполнен, и у нас уже 6 буд, пацаны. Это же просто имба, реально. 6 фруктов будды, и также у меня сейчас 2 шаду. Надо, чтобы еще 2 челика зашли, сейчас попытаюсь их найти в дискорде. Следующий типок зашел ко мне на серый, у него ник Фороми, давайте мы затрейдимся уже с ним. Так, окей, я предлагаю ему 100 вот таких шаду, сейчас он должен, по идее, мне дать буду, ну, по крайней мере, мы так с ним договаривались. Да, все правильно, интересно, какую он даст добавку. Давай, братан, он дает лайт. Ну, в принципе, неплохо, хотя нам до этого самую лучшую добавку давали магму. Ну ладно, пацаны, давайте трейдиться, это будет уже 3-я буда, 3 трейда мы уже совершили, охренеть. Блин, это было довольно-таки быстро, на самом деле, я так понял, что многие люди трейдят буду на шаду, но я провел опрос в своем телеграм-канале, и мне все сказали, что буда ценится больше. Ссылка на мой телеграм-канал, кстати, в описании, можете также туда вступать. Так, и последний чел, кажется, зашел, ебашу. Ой, я осуждаю его никнейм максимально. Ладно, давайте я сейчас предложу ему тень, вот и моя тень, и давай. Чё, он мне еще лав дал, ни хрена. Ребят, так это вообще имба, это мега винтрейд, он мне, получается, дает буду и лав. Капец, я прям очень сильно сейчас круто затрейдился. Так, и да, все, 4 из 5. Найс, этот трейд мы сделали, и получается все, 8 буд, пацаны, да? 8 буд, я потратил всех своих шаду, у меня их было 4 штуки, ну, зато теперь у меня не 4 буды, как у меня было, а теперь у меня 8 фруктов буды. Это пипец. Стоп, погодите, заспавнился фрукт. Наконец-то настало время моего фруктопортала, и это ревайв. Жалко, конечно, что не лего, не мифик, но ладно, я его сторону, пусть будет. Ребят, тут я сел с каким-то челом под ником Даксенда, возможно, он мне предлагает Феникс. Окей, давай я попробую предложить ему лав, возможно, он согласится, ребят, ну, если он согласится. Да, ребят, он соглашается, погодите, я очень надеюсь, что он меня не троллит сейчас, потому что, возможно... Возможно, он хочет меня затроллить в последнюю секунду стать. Нет, ребят, реально я затрейдился, охренеть. Офигеть, ребят, это мега винтрейд был только что. Жесть, подождите, мы реально получили Феникса. Может быть, это просто мы подписчики, он мне решил так подарить. Да, скорее всего, это реально мой подписчик, спасибо ему огромное. Реально, он затрейл лав на Феникса. Это для меня мега винтрейд, для него это, конечно же, луз. Ну, в общем, это имба, ребят. В общем-то, ребят, я сделал свои 5 трейдов только что. И сейчас мы должны просто ждать, пока у меня спадет кулдаун. 8 часов сейчас подождем, и после этого я вернусь и буду делать дальше свои трейды. Итак, ну что же, ребят, прошло 8 часов, капец, я снимал начало этого ролика утром, а сейчас уже почти вечер. Ну да ладно, давайте проходить дальше и пойдем прямо сейчас трейдиться дальше. Я сейчас думал, что же мне затрейдить, ребят, я охренел, потому что я зашел в свой инвентарь, и посмотрите, у меня имеется прямо сейчас 4 перм фрукта, то есть 1 перм спиннес и также 3 перм килла. Поэтому, ребят, прямо сейчас я предлагаю попытаться затрейдить все эти фрукты и вытрейдить их на что-то реально годное.
Ну что ж, ребят, прямо сейчас я написал на свой дискорд-сервер вот такое сообщение. Ребята, трейджу перм килла и скинул ссылку на свой веб-сервер. По идее, сейчас зайдет куча людей, и мы будем пытаться найти самый лучший офер, который нам смогут дать за перм килла. И мы, соответственно, затрейдимся с этими челиками. Напоминаю, что нам нужно сделать сейчас 5 трейдов до следующего перерыва в 8 часов. Так, ребят, вот какой-то чел уже сел, и давайте я предложу ему перм килла. Не знаю, он реально дает вена мне, ребят. Ну, это, скорее всего, мой подписчик, если он реально мне даст. Ну, очевидно, что это мой подписчик, потому что я скинул ссылку на свой веб-сервер. Ну, ребят, я получаю прямо сейчас веном, охренеть. За перм килла, я в шоке. Так, все, первый трейд осуществлен, ребят, я получил веном, а жесть. Так, окей, давайте следующий трейд попробуем сделать. Уже челик, ник у него Нека. Давайте стоп. А, у него есть перм килл. Давайте перм спин. Давайте перм спин я ему предложу. Интересно, что же он хочет. Но я не знаю, для чего он зашел. Если, в принципе, я говорил, что я буду трейдить перм килла. Давай, братан, что ты мне предложишь? Че, что он, по-моему, вообще ничего не хочет. Он предлагает дракона, он предложил дракона и убрал, да что за бред? Так, он дает, ну, в принципе, ребят, я не знаю, честно, выгодно это или нет, напишите в комментарии, ребят, выгодно это или нет, но просто я вообще не шарю за цену первой спина, но если вы знаете, напишите обязательно в комментарии, ладно, тем не менее, мы трейдимся, все, вот так вот второй трейд проведен, мы получили рамбл. Следующий чипочек, у него ник White Узбек, давай, братан, он дает Blizzard и рамбл, нихера себе так, ну, окей, давай, Blizzard и рамбл. В принципе, это очень выгодно, это очень выгодно. Погоди, он реально дает это все мне. Ребята, если честно, я просто в шоке от того, насколько много они дают за перм килла. Я думал, что за него дают вообще дерьмо какое-то. Спасибо, охренеть, третий трейд я выполнил и просто супер окуп. Я предлагаю, чтобы прямо сейчас я купил себе спринг за 180 робоксов, и мы попытались с вами затрейдить первый спринг. Мне просто интересно реально, что теперь будут мне давать за первый спринг, потому что если за килл они мне такой дают, то за спринг я вообще не знаю, что они будут давать. Окей, я предлагаю тебе перманент спринг, братан, фрики мэн, давай, что же ты мне предложишь? Гравити. Гравити, братан, ты серьезно? Нет, ну я не принимаю. Ну, может быть, давай за килла, братан. За килла я приму. Ну да, в принципе, вот видите, гравити он дает. Ну, нормально, нормально. Не самый лучший трейд. Можно было как бы первым киллой получше затрейдить, но я все равно принимаю. Давай, давай, братан. Да, он согласен. Все. Капец, у меня после этого ролика столько фруктов будет, я просто в ахере. Следующий челик, он за перманент спринг мне предлагает портал. Ну, ребят, я не знаю, как-то не особо выгодно. Нам за первым килла давали там Blizzard и остальные фрукты. Давайте посмотрим, возможно, мне что-то челики будут другие давать. Опять это тот же самый, капец, не понимаю, тут одни и те же люди просто садятся трейдиться. За перм пружина он предлагает магма, дарк, сэн и айс, братан, ты серьезно? Что это такое? Это же дерьмо полное. Нет, я не соглашаюсь абсолютно. Вот какой-то рип рустам, давай, братанчик, может быть ты что-то нормальное нам предложишь за перманент спринг. Спирит, братан, ты реально принимаешь? Спирит, спайдер, охренеть. Это реально его офер или он типа рофлит? Я не понимаю, просто возможно нас опять искамят, потому что у меня уже 100 раз такое было. Но он принимает, ребят. Я не знаю, может быть ему очень нужен первый спринг. Ну давайте попробуем, давай, 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 3, 2, 1. Охренеть, рип рустам. Спасибо, что это за трейд был? Ребят, я в шоке, мне кажется, после этого ролика я стану самым богатым человеком в Blackfruits. Просто посмотрите, сколько у меня уже фруктов. 4 спирита у меня есть, 5 веномов. Просто 5 близят. 8 спайдеров, это просто трэш. В общем-то говоря, мы снова выполнили, и мы сделали 5 трейдов, не знаю, сейчас подождем, ребят, еще 8 часов, эх, капец, не знаю, возможно, я завтра буду, возможно, еще что-то придумаю, но посмотрим, ребят, сейчас будем ждать еще 8 часов, и будем совершать следующие 5 трейдов, капец, надеюсь, они будут еще выгоднее. Ребята, прямо сейчас я нашел какого-то чела, который хочет мне затрейдить спирит на контроль, если он действительно согласится, я буду, конечно, в шоке, но давайте посмотрим, да, ребят, походу 10-9, ребят, если это не троллинг, это будет самый выгодный трейд за всю историю Blackfruits. Давайте просто узнаем, реально ли он соглашается. Охренеть! Он реально согласился! Капец, какой у него ник вообще был, ребят. Если это мой подписчик, то поздравляю, ты в видосе. Охренеть, он реально согласился на такой трейд. При том, что я, ребят, сейчас специально зашел со второго аккаунта, и подписчики, которых я пригласил на серию, не знают, что я именно Винтер. Поэтому, ребят, ну я в шоке, реально чел затрейдился. Я не знаю, возможно, сейчас контроль больше ценится, потому что его реворкнут. Я не особо шарю, ну да ладно. Очень 37. Давай, братан, как раз-таки я тебе сейчас затрейджу. Давайте какой-нибудь шаду положим. Возможно, он мне что-то затрейдит за этот шаду. Давайте. Шаду, что? Он тесто мне дает? Шаду за гравити. Ну нет, братан, это вообще не выгодно. Давай что-то другое. Я предлагаю ему шаду и квейк. Давайте посмотрим, что он мне даст за такие прекрасные фрукты. Ну, конечно же, ну, только гравити. Очевидно, что это слишком мало. Он мне дает. Ладно, давайте, ребят, я шаду за гравити и феникс. Ну, не, за гравити, братан, слишком мало. Давайте попробуем предложить этому челу Blizzard. Возможно, он даст мне что-то годное за данный фрукт. Но, если честно, я даже не знаю, какие прикольные могут быть оферы за него. Ребят, смотрите, что предлагает чел. Я даю ему Blizzard и Quake, он мне дает 2 спайдера и лав. Ну, слушайте. В
В принципе, возможно, я сейчас поступлю как-то тупо и затрейдж невыгодно, но, ребят, два спайдера это довольно неплохо, еще и лав. Напишите обязательно в комментарии, выгодный ли это трейд, но, как по мне, трейд достаточно неплохой, ну, типа, реально. Все-таки мы получили целых три фрукта. Ребят, какой-то чел за шаду предлагает мне гравити и феникса, блин. Возможно, это опять-таки не совсем выгодный трейд. Ну, я не знаю, ребят. Мне кажется, что это, в принципе, довольно неплохой. В принципе, довольно равносильный трейд. Типа, гравити и феникса в теории можно затрейдить на буду. Но, ребят, я сразу говорю, что я очень давно не трейдился. То есть, я сейчас не прям так разбираюсь в ценах. Но я думаю, что, в принципе, сойдет трейд. Конечно, для меня это небольшой луз. Да, небольшой луз, ребят. Для меня все-таки я дал шаду, он дал мне феникса и еще что-то. Да, все-таки небольшой луз. Ну, ладно, ребят, затрейдился уже так и затрейдился. Чел предлагает мне контроль за шаду. Окей, давайте я прямо сейчас с ним затрейджусь. Он не соглашается, конечно же, да? Так, окей, следующий трейд, который я хотел бы совершить, это гравити на лапу. Я не знаю, предложит он мне что-то еще или нет, либо же он дает просто лапу. Но мне кажется, что трейд, в принципе, довольно неплохой. Ребят, кажется, он соглашается. Так, шаду, контроль, давай-давай, го в ноги, ах. Он спрыгнул, ну, как обычно, как же я просто ненавижу этих троллеров обоссанных, да Ребята, кажется, я нашел чувака, который затрейдит мне гравити на лапу, давайте с ним затрейдимся, в принципе, это офер довольно-таки выгодный, ну, по крайней мере, когда я трейдил фрукты, это было выгодно. И да, ребят, четвертый трейд мы уже совершаем, осталось буквально последний трейд для того, чтобы я наконец-то закончил этот челлендж. Трейд же фрукты 24 часа в Blox Fruits. Я просто, ну, не верю, что он мне сейчас, он, скорее всего, спрыгнет, ребят, ну, я даю спирит и гравит, он мне дает веном шаду по... Чего, блядь? Охренеть, пацаны, только что мы получили веном, два шаду, пав и в портал. После такого трейда, мне кажется, я уже ничего не смогу получить лучше, и это реально достойный конец такого видеоролика. В общем, ребят, сегодня я реально трейдился 24 часа, в том плане, что я ждал 24 часа, потому что мы можем делать 5 трейдов раз в 8 часов. И если посчитать все эти кулдауны, то я реально ждал 24 часа. Поэтому, ребят, очень вас прошу, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, также вступите в мой телеграм-канал. Пишите в комментарии, выгнали ли были трейды, также вступайте в мой телеграм-канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока!